Добрый день, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Сегодня нам позвонили с одной из деревень, увидели, что по полю ползет данная собачка. Передвигается на своих передних лапках. Ну и, конечно же, кому позвонили? Позвонили, конечно, мне. Вот. И вот сейчас мы приехали на осмотр данной собачки. И собачка у нас еще глубоко беременная. Вот такое вот чудо приползло в деревню. Вот. Сейчас мы экстренно, конечно, поедем к Николаю Николаевичу. Дети нам точно не нужны, но здесь нужно будет еще понимать, что у нас. Что у нас и очередной спинальник. Это 100%. Но какой перелом у нас? Нам тоже надо будет это понимать. У нас сейчас два тяжелых парни, это Максим и Гриша, и теперь у нас новая девочка. Я не знаю, как назовем вид. Спасибо моему большое спасибо моему волонтеру Вите, что отозвалась, поехали вместе помочь посмотреть. Давайте имя сразу придумаем. Зайка, как тебя назвать? Чика. Как тебя назвать, заяц? Ну что? Милка. Милка, ты на Милку похожа. Да? Давай. Будет у нас Мила, да. Милана. Милана. Такая терпеливая наша девочка. Очень. Совсем молоденькая. Она до года по-любому, она щеночек еще. Она, наверное, первый раз беременная. Да. То есть нам ее сейчас надо срочно абортировать, вести к Николаю Николаевичу. Сейчас я прямо экстренно буду собираться. Уважаемые подписчики, что мы сейчас обратили? Да, для внимания с Витой, да, что здесь у собаки выбрит бок. Ага, как будто ее лечили. Значит, как будто кто-то пытался ее полечить, что-то сделать. И, скорее всего, может быть, она домашняя. И просто ее привезли в отдаленную деревню и выкинули в поле. Это просто нелюди. И чтобы вам в аду гореть за такие поступки и за такие злодеяния. Как можно выкинуть собаку в поле? У вас есть вообще что-то человеческое? Нет. У таких людей, к сожалению, нету этого. Моя такая большая и дружная семья. Я прошу каждого из вас откликнуться на помощь Милке. Каждые ваши 50-100 рублей сейчас пойдут на спасение данной собачки. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Thank you.
просим всех помощи. Скажи, помогите нам, пожалуйста. Помогите нам, пожалуйста. Принеси, включи Таня. Помогите мне, пожалуйста. Абсолютно не агрессивно. Видно, что она, видимо, была домашняя, действительно.